Самару прилетят сказочные персонажи – шишиги, летуны. Это фигурки маленьких существ, которые появятся по всему городу. По легенде, их основная задача – собирать и хранить лунный свет. Почему именно у нас на Волге? Потому что здесь к роскошному лунному свету добавляется магия Великой реки и волшебство сказок и легенд Самарской Луки. Отсюда же и это прозвище – шишиги. Так их назвали местные жители, приняв за героев старинные легенды «Жигулей». Авторы проекта – Дмитрий и Мария Храмовы, а также Денис Липстер. С года в год вот видели, что за Волгой там постоянно какой-то искорки, свет какой-то, какие-то сполохи. А им интересно стало, что такое за Волгой. То есть вот они в сторону Самары смотрели, и что там творится, жизнь какая-то идет другая. И так как они были тогда еще без крылышков, они решили у волшебного кузнеца в Жигулевских горах заказать себе крылышки. И он им вот сковал вот эти крылья. Всего на улицах Самары появится 27 фигурок. Они поселятся в знаковых местах города.